все из натуральных материалов, да? Да, всегда. Мы и еще очень много работы ручной, соответственно, что качество. Вся обувь, она ручной работы. То есть исключение – это подошва, которую мы закупаем тоже у поставщиков из нашей Ростовской области. Вот. Но все остальное – это делается у нас на производстве в Оксае вручную. И таких местных брендов на площадке фестиваля «Мой бизнес. Наши маркет» в этот раз больше 150. Некоторые предприниматели начали свое дело совсем недавно, как, например, Марина Мирошникова. Все началось вот с этих трусиков. У нас в России ушел бренд, который я очень любила. И мне захотелось, чтобы все-таки была представлена для наших девочек, в том числе для меня, такая модель нижнего белья. В итоге производство разрослось, и теперь в арсенале компании не только нижнее белье и аксессуары, но и одежда. Есть среди участников фестиваля и уже известные бренды, представленные за пределами региона. Таким здесь предоставляется возможность заявить о себе еще дальше. ВДНХ, тоже приглашаю вас. У нас будет День региона там, в декабре. Мы будем массово представлены там. Производители товаров для детей, студия подарков, создатели профессиональной косметики. Всем желающим на площадке форума читают лекции. Руководители и основатели компании, тренеры и наставники. Полтора десятка экспертов делятся знаниями и личным опытом по выходу на крупнейшие маркетплейсы и успешной торговле там. Рассказывают об использовании искусственного интеллекта для магазинов одежды. Учат работать с поставщиками и раскручивать бренд. Я сегодня предоставлю инструкцию по вашему блогу. Здесь же можно встретиться с блогерами и наладить с ними сотрудничество для раскрутки. А еще на фестивале есть возможность узнать о доступных финансовых и нефинансовых мерах господдержки. Это уже третий фестиваль «Наши маркет». Его задача – реализация продвижения донских брендов. Брендов российских и, конечно же, брендов из Ростовской области. Этому уделяется большое внимание. Задача, которую ставит губернатор, он недавно согласовал концепцию развития донских брендов. Это удвоение количества брендов за достаточно непродолжительный период. Уже сегодня донские производители имеют доступ к самой разной господдержке. Льготные займы от 1%, лизинг, продвижение на маркетплейсах, сертификация продукции, а также выход на экспорт. Это возможности нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», о чем можно было узнать здесь же на фестивале, в мобильном консультационном пункте центра «Мой бизнес». Алина Николаева, Первый Ростовский.